постоянно будут выходить новые ролики от лица собак. Hi, ты на канале Magic Family, я Аня и со мной мои собачки, и сегодня я снова решила провести необычный эксперимент. Недавно я увидела, как собака моего друга, когда он падает на кровати и долго лежит бездвижно, начинает нервничать. Она бегает вокруг, скулит и вообще как-то странно себя ведет. Возможно, она даже думает, что с ним что-то случилось или он умер. Поэтому сегодня я буду изображать бесчувственное тело, и мы посмотрим, как на это реагируют мои собаки, что они будут делать в этот момент и как они будут себя вести. Так что подписывайся на наш канал, а мы начинаем эксперимент. И, кстати, ребята, в конце этого видео будет очень важная новость для вас, так что обязательно досмотрите до конца. Подумают ли собаки, что это игра, или поверят и поведут себя необычно? Камеры установлены так, чтобы они не поняли, что я снимаю. Умирать, в кавычках, конечно же, мне пришлось несколько раз, чтобы убедиться в своих выводах. Самой первой на мою искусственную смерть отреагировала щенок Юми. Она ходила вокруг по мне, лизалась и пыталась как будто меня разбудить. Затем к ней присоединилась Софи. Она села рядом и словно не понимала, что происходит. А вот Эйвен, когда пришел, вел себя вообще обычно. Наверное, он не заметил падения и думал, что я просто сплю. Миша вообще не пришла на кровать, она сидела где-то на полу, а мне было очень сложно сдерживаться, когда Юми ходила по мне как по подушке. Я сильно старалась не улыбаться и почти не дышать. Через время я решила добавить экшена и дернуться, чтобы собаки как-то отреагировали. Но Юми продолжала играть с Эйвеном, и только Софи не очень понимала, по-моему, что происходит. Софи реагирует беспокойно, а вот Юми и Эйвен явно нет. Попытка номер два начинается точно так же. Юми первее всех начинает скакать и лизаться. Затем появляется Эйвен. Юми пытается с ним играть, но он игнорирует ее и, по-моему, мое состояние тоже. В это время Софи продолжает быть настороженной. Юми, как всегда, суперактивна, и тут я не выдерживаю. В следующий раз я пытаюсь лежать на животе, чтобы уж как-то не так сильно выдавать себя своим выражением лица. Снова Юми первее всех, и я снова сдаюсь. И в очередной раз Юми подводит меня с моим пранком, и я не могу сдержаться. Я повторила эксперимент через некоторое время, и в этот раз Миша уже пришла. Но она не подошла ко мне, она не стала меня проверять, она просто сидела в ногах. Юми продолжала мучать Эйвена, а Софи ждала. В этот раз я решила лежать до последнего. Юми изо всех сил старалась разыграть Эйвена, неугомонный щенок. А Софи и Миша то ли просто ждали, то ли они просто преданно сидели рядом со мной, не зная, что же будет дальше. В конце концов Софи и Эйвен сдались и вообще куда-то ушли. А вот Миша продолжала преданно сидеть у меня в ногах. Ну, про Юми я вообще молчу, она ни секунды не сидела спокойно. Юми чуть не снесла камеру. Что она там искала, я вообще не знаю. В итоге, самая активная Юми, которая каждый раз приходила ко мне, решила нас покинуть. В какой-то момент Миша встала передними лапами мне на грудь и стояла так очень долго. Может быть, она пыталась понять, дышу я или нет. Зато Юми в этот момент вернулась. И не одна, а с игрушкой во рту. Она решила, видимо, что раз уж ничего не происходит, нужно просто поиграть. В общем, пока я продолжала притворяться мертвой, а все вокруг ждали, произошла очень интересная ситуация между Юми и Софи. Юми начала рычать, защищая свою игрушку. И даже гавкать. Я думаю, дело было в том, что Софи хотела у нее ее отобрать. Но маленький, отважный покемон Юмичу не хотела ее отдавать. И выглядит это очень весело. Как вам кажется, что же все-таки думали собаки во время всего моего эксперимента? Напишите в комментариях свои мысли по поводу поведения собак. И верили ли они вообще, что действительно происходит что-то серьезное? Как думаете? В этом практически молчаливом и бездвижном сопротивлении Софи и Юми Софи все-таки уступила. А Юми с удовольствием продолжила грызть свою косточку. Если вам интересны всякие эксперименты с собаками и реакции их на что-либо, ставьте лайк этому видео, и мы придумаем что-нибудь еще более интересненькое. А теперь наша очень важная новость. Слушайте внимательно. Мы решили завести ребятам свой личный канал. Это канал, на котором будут только ролики от лица собак. Тайная жизнь домашних животных и мои влоги, клипы, сериалы, летсплеи и снова мое шоу. И мой видеоблог тоже. И даже я буду снимать, если я вам нравлюсь. Конечно, нравишься, Миша. Там постоянно будут выходить новые ролики от лица собак, а также я буду туда выгружать видео, которые многие из вас еще не видели. Ну и, конечно же, сказки с этого канала от лица собак все переплывут постепенно туда. Но не переживайте, здесь все остается как обычно. Мы все тут. Да. Скажи, чтоб подписчики
не боюсь. И мы все тут. Никто никуда не денется. Никто никуда не денется. Просто это будет наш личный канал для тех, кто любит, когда мы болтаем и наши ролики. А пока смотрите их первый ролик по ссылке в описании к этому видео. И поддержите ребят подпиской на их новый канал Magic Pets. Ссылка внизу. Подписывайся на канал. Увидимся.